Режим Казань. Символическая стиральная машина запускается, и реальный конвейер вступает в дело. Так в сутки могут освежить 30 тонн белья. Сейчас здесь работают по заказу медучреждений Татарстана. Мы реально увидели, насколько благодаря вот этому аутсорсингу мы облегчаем жизнь наших медицинских учреждений, и в то же время мы добиваемся высокого качества. Так проблемы решили полсотни медучреждений. На будущий год планируется, что еще 20 медицинских организаций республики перейдут на аренду. Сдавать в аренду белье будет та же компания, что его и стирает. Цех в Химграде лишь одно из подразделений. До 3 лет спокойно у нас могут вещи в очень хорошем состоянии находиться. Как говорят, работа с медицинскими принадлежностями – это только начало. Уже есть в планах производства расширить, чтобы заняться спецодеждой и для других отраслей. Такая спецодежда, к примеру, может пригодиться и соседям по технополису. В Химграде сейчас работает около 300 резидентов. Производство компании, что выпускает газовые счетчики, сегодня посмотрел Рустам Миниханов. Сердце нашей предприятия в поверхностном аппарате. Дмитрий Аринин, Андрей Сентальцев, ТНВ, Казань.